Следите за своими мыслями, они становятся словами. Следите за своими словами, они становятся поступками. Следите за своими поступками, они становятся привычками. Следите за своими привычками, они становятся характером. Следите за своим характером, он определяет твою судьбу. А моя судьба, друзья, с вами. Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Вот видите, вот там вдалеке. Вот тут у нас вот залив. Вот видите, вот залив. За заливом вот стоят машины. А дальше речка. Вот тут туристы будут всю ночь. Нам сегодня не позавидуешь. А потом местные жители после них ходят, собирают мусор, чтобы было все чисто. Вот так вот. Сегодня, друзья, у нас с вами пересадка циндапсуса. Вот он у меня висит. Я его вот обрезала вот. Вот до сюда. Он был очень длинный. Такой листочек варигатный, красивый. Он тоже такой интересный, да? Рисуночек. Варигатность какая интересная. Вот уже корешки. Здесь вон, видите, дали корешки. Вот, видно. Видите, сейчас будем с вами что-то делать. Сейчас я достану из этой, как называется, корзиночка, веревочки, достану и пойдем на улицу с вами. Там будем пересаживать. Вот приготовила я. На улице будем пересаживать, досаживать. Газетку постелила, чтобы сразу потом быстренько землю выбросить. Ну, давайте, начнем. Вот я достала, посмотрите, бедненький цветочек, бедненький циндапсус. Одни корни, земли вообще почти что нет. Видите, одни корни. Одни корни. Как он там еще бедненький живет. Вот сейчас будем садить его в хорошую, вкусную земельку. Горшочек вот вымыла, обработала. На дно положила керамзит, колотый кирпич, потому что у меня не хватило керамзита. Кирпич тоже колотый можно. Смотрите, комар сел мне на руку. Какой. Так, и пенопласт. Вот сейчас древесный уголь еще сделаю. Вот положила, смотрите, древесный уголь. И еще что сейчас сделаю? Вот видите, для пальм. Да, циндапсусы любят
такой грунт для пальм. В него тоже можно садить. Вот я сейчас размешаю грунт для пальм. Так, потом верховой торф. У меня тут маленечко осталось. Низинный торф. Чуть-чуть тут не остался. И что у меня тут? И вермикулит. Вот сейчас все размешаю. Вот сейчас мы все размешаем. Вот вкусненький грунт. О, бедный циндаптус. Одни корешки там были. Вот я распотрошила. Подрезала корешки. Вот, вот. Вот, и сейчас вот эти вот черенки тоже туда же подсажу. И будут пышненькие. Видите, какие корешки хорошенькие, беленькие. Вот сейчас я все подсажу. И будет один пышный, красивый кустик. Вот что-то я вошла во вкус. И обстригла и сделала пышный кустик. Вот это вот у меня вот досаженные черенки, которые посерединке. Посадила посерединке вот череночки. Вот. Вот эти вот я вообще вот так вот обкорнала. Пусть растет пышненький. Сейчас листики майонезиком намажу. И посмотрите, как будет он смотреться. А вот и снова новые черенки. И вот такой шикарный, пушистый кустик получился. Не то, что было, да, ведь? Вот. Паучок такой, циндапсус. А вот очеренковала я. А тут будут стоять корешки отращивать. Кстати, вот и традисканцию тоже надо будет так же сделать. Вот вон. Почти до пола висят. Надо тоже сделать попушистей. И смотрите еще, что у меня тут с алоказией. Вот видите, сейчас вам покажу. Листики красивые. И давайте посмотрим, что такое у меня здесь. Вот. Эльфа какая-то выскочила. Цветочек. Алоказия решила зацвести. Но это, мне кажется, не к добру. Здесь же самое главное в алоказии листочки красивые. Вот цветочек, который похож на эльфа. Я сейчас обстригу, чтобы сила вся была в цветочек. Вот цветочек я обстригла. Сейчас вот это вот место замажу. Какие три красивых, шикарных листочка. Ну, что такое вот это вот? Ну, что вот это? Совсем ни к чему. Пусть вся сила, красота уходит в листочек, а не вот этот цветочек. Вот сейчас вот обработаю хлоргексином. Вот. Все пусть заживает, обеззараживается пусть все. Вот. И все, пусть растет. Вот так вот. Сейчас я встану. Пока.
покажу вам. Вот. Красавица. Алаказия. Цветочек убрала. И сцендапсус. Пересадила, подстригла. Вот так. Ну, а на этом, мои друзья, все. Будем прощаться с вами. Каждое окончание имеет новое начало. Пока-пока, ваша Оля. И Версавит тоже вам говорит пока-пока.